Уверена, с песней и улыбками труженики тыла и ветераны начали праздник. Букеты цветов в их честь. Сегодня для них читают стихи и поют песни. Те самые фронтовые, глубокие и до слез. Валентина Федоровна – ветеран труда. 35 лет проработала в школе учителем. Вся семья педагога прошла войну. Она забрала у нее всех родных и близких. И сегодня, слушая концерт, Валентина Федоровна твердо верит, что подвиг героя Великой Отечественной не будет забыт никогда. Это такое страшное время было у нас. Мы пережили и холод, и голод, и страхи, и вот эту кровь, и стоны. Все это было пережито нами. Поэтому да, главное, чтобы над нами было всегда светлое, чистое небо. И чтобы мы всегда могли вот так же дружественно собраться. Гречневая каша, фронтовые 100 граммов и, конечно, выступление творческих коллективов. В сквере культурно-досугового центра «Мир» участники ансамбля «Поющие сердца» исполнили для зрителей лучшие песни времен Великой Отечественной. Песни я живу всю жизнь. Мне отец пел, мать пела, сестра кончила Одесскую консерваторию. Ответственно, конечно, очень. Не хочется зажечь публику, понимаете, чтобы не радовались, радовались этому дню, что столько уже лет прошло, а ветераны уходят, их уже осталось очень мало. Мы сегодня вырезали голубя, мы будем этого голубя дарить ветеранам. Нам голубь – это символ мира, и нам мира его очень не хватает. Встреча ветеранов, которая в этом году проходит в двух микрорайонах города. Это центральный микрорайон и микрорайон Кировский. Накрыть столы для ветеранов, для тружеников тыла, для жителей микрорайона, для их детей и внуков, которых сегодня очень приятно, что здесь собралось достаточно много. Улыбки ветеранов и слезы счастья на их лицах, а значит, концерт удался. Елена Костеля, Игорь Харламов, Первый Приднестровский телеканал.